фокусное расстояние 20 метров, то есть она используется только для того, чтобы сфотографировать зубы. А имя такому прибору – интраоральная камера. Данил Мартынев, студент кафедры информационных технологий АЛТГТУ, никогда медициной не увлекался. Его конек – разработка приложений. Однако ради хорошей дипломной работы пришлось изучить основы стоматологии. Раньше существовали интраоральные камеры, которые просто фотографируют. А в моей работе эта фотография проходит обработку, и на ней определяются болезни, такие как кариес и гингивит. Помогает в этом специальное приложение, которое сначала на фотографии находит зубы, а далее, играя с цветовыми фильтрами, выявляет болезни. Разработка призвана сэкономить время. Например, пока врач занят, обследовать зубы сможет медсестра. Однако все еще есть проблемы с точностью, поэтому в планах задействовать нейросети. И сейчас самое популярное – это, конечно, искусственный интеллект. Ребята с ним тоже балуются, смотрят, как внедрять его в приборы, создавать умные приборы, которые бы не только что-то мерили, но и умели анализировать. То есть вот именно этот тренд последнего времени. Однако есть такие задачи, где можно обойтись без нейросетей. Так, недавно на кафедру от Института водных и экологических проблем поступил запрос о необходимости создания аналогового прибора для измерения параметров водоемов. Его разработкой занялся обладатель губернаторской премии Артем Каменев. В рамках дипломной работы он не просто предложил комплексное решение, но и доработал задумку. Плюс у нас используется ряд технически новых решений. Это профильное измерение температуры, а к тому же использование 3D-моделирования для одновременного представления связанных между собой параметров водоема. То есть у нас, грубо говоря, есть 3D-модель, на которой одновременно есть все параметры, и видно, как они меняются. Сейчас на факультете информационных технологий 45 выпускников. Их можно разделить на две группы. Те, кто берутся за работу с приложениями, как Данил, и те, кто, подобно Артему, любит копаться в железках и создавать что-то осязаемое. Однако соперничества между ними нет, ведь главное – принести пользу людям. Данил Кузнецов, «День с толком».